Ну что, хочешь еще раз отправиться в будущее? Тогда мы ждем тебя на борту нашей машины времени и заглянем в 26 ноября 2011 года. Там тебя будет ждать Фил из будущего. А вы кто такой? Фил Диффи. Я новенький. Его семья застряла в нашем времени. Еще неизвестно, сколько времени уйдет на ремонт машины времени. А значит, ему придется познакомиться с таким местом, как школа. К утру вы оба будете знать все, чтобы выглядеть как пара нормальных американских детей. Папа подставил нас. Думаешь? Приготовься к новому путешествию на машине времени. 8 октября, в субботу, в 17:25. Только на канале Disney.